Удар по воротам 1-0. Кубань просто прошла, просто передача и просто 1-0. На 29-й минуте очень технично. Подача в травную, ну не сумел перебить. Первый удар по воротам и 2-1. Ничего себе! Как говорится, угадайте, кто забил. А забил Владлен Бабаев и исполнил свою фирменную птичку, которую исполнял он неоднократно здесь, на центральной... Сегодня матч начинает, но мы прекрасно знаем, что подтягиваться может. Хорошая атака. И здесь пас нужен. Ну, решает Левин! А вот и решили. 1-0. Это Гарик Левин. Это молодое дарование, которое разрывает потихонечку за Кубани. 15-я минута. И как-то это все буднично смотрелось. Как-то легко и просто. Кубань просто прошла, просто передача и просто 1-0. Я тоже удивился, насколько вот из моей позиции тоже этот эпизод смотрелся легким для атакующей команды. Просто фланговая так прошла. У Енисея, пожалуй, самый яркий момент был с передачей Маркова. И момент был у Савельева, но буквально с метра он не сумел под мяч построиться. И здесь проходит передача, а вот теперь 1-1. Вот такое бравое начало от Енисея. И забивает Максим Савельев. Второй матч подряд он забивает. Вот как голы придают уверенности нападающим. Абсолютно никого нет рядом с Савельевым. Да, можно сказать, что это провал в обороне Никиты Глушков. Друзья, его первое результативное действие в этом сезоне. Голевая передача. Да, и Багаев, и Плиев позволили Савельеву. Раз уж не свистит. Возможные нарушения со стороны Хабаровска. Не будет свистеть и в обратном направлении. А пока Динамо очень буднично забивает гол. На 29-й минуте очень технично мяч в игру. Длиннющий пас от Храмцова. Что здесь делает оборона СКА? Где Рукас? Где Кожемякин? Еще и Владимир Сугробов достаточно далеко вышел из ворот. И... Козловский. Мягкий навес. Удар по воротам 1-0. 1-0 это Дмитрий Сасин. Молодцов. Мягенькая подача. И никем не прикрытый Сасин в касание вколотил мяч в дальний угол.